Вот такой вот у нас простой завтрак. Сейчас выселяемся с наших апартаментов. Девочка уже в платьице, готова ехать в Гданьск, да? Вот, кушаем, уходим. Все, вот такой вот подвал. Подвал дом у нас. Собрали вещи. Идем. Идем, Ева. Ресторан, где галенку кушали. Вечером нету места. Сейчас выбирай, что хочешь. Ну вот 11 часов утра, уличка, которая стекает к пирсу, переполнена людьми. То есть на удивление сегодня уезжать, а вода без водорослей, либо по эту сторону, просто мы сегодня по левую сторону пошли от пирса. И здесь, в принципе, прекрасная вода, а может быть волны это все разогнали. В общем, супер. Не знаю, решили ехать в Гданьск, но в Гданьск ехать даже не хочется. Хочется зависнуть на этом пляже. Но у нас из Гданьска получается поезд, поэтому по-любому надо будет ехать. Что-нибудь посмотрим и там, но там, наверное, до пляжа не дойдем, поэтому хочется ощутить море побольше. Может быть, Балтика не тот кайф, который ловишь на теплых берегах, но море есть море, кто знает, кто понимает. Как бы ощутить это вот, то, что переживаю я, когда на море нахожусь. Эва!
Короче, вот как уезжать, так хорошее, хорошее дно, никаких водорослей, водичка. Прям не хочется уезжать, но надо. Поэтому будем собираться. Еву, как и меня, не выгнать. Но что делать? Придется в этом году попрощаться с морем. И сказать ему привет в следующем году, надеюсь. Выпросил оппозиционер наш мороженое. Приехали на Гданьск Главный. Сейчас пойдем небольшую пешую прогулку сделаем. У нас есть буквально 4 часа до поезда, который до Варшавы идет. Вот такие СКН-ки ходят. Вокзальчик такой, ретро-стиле. В общем, нам вокзал не удастся увидеть, потому что он на реконструкции, причем жесточайший. Поэтому еще не скоро увидим, что там внутри. Что там? Еда пришла. А, сегодня уже не в ресторане, да? Нет, они встретились. Все, кушаем, идем. Вот твой сок. А. Вот такой вот вокзальчик. Но реконструкция, как говорил, идет полным ходом. Расстояние до городов: Санкт-Петербург, Барселона, Роттердам, Гданьск, Одесса. Ева, где Барановичи? Я не понял. Варшавы нету, не вижу. Пришли в сквер, где стоит памятник Яну Третьему Собескому. В общем, вышли примерно в старый город Гданьска. Здесь все здания похожи на старину. Если что-то я вам не прокомментирую, как здание называется, уж простите, потому что мы не готовились, особенно не читали карты. Прогулка будет так. По-быренькому, по-быстрому осмотреться, посмотреть город, поэтому... Поэтому не судите, что... Чего-то не показали. Здание на здание красивые. Ну, конечно же, что-то, наверное, костёл какой-то. Да, конечно. Гданьск поражает своей архитектурой. Даже не знаешь, на какую улицу повернуть. Конечно, ходить с такими сумками, как я хожу сегодня, не очень. Поэтому экскурсия такая у нас.
домики все такие интересные, расписные. Конечно, такого не встретишь в Варшаве. Интересно еще побывать в Кракове, посмотреть, как там. Дедуля танчит. В общем, туристов много. Мои все спокойно гуляют, а я тут с ношей. Совсем новые, старину, и в них даже люди живут. Корабли. Ну, еще немножко домиков. И стройка. Либо что-то из нового фонда будет, либо реставрация, это навряд ли. За этой всей старинной архитектурой вон скрывается вполне обычные, как у нас принято говорить, панельки. Ну, в общем, новый фонд жилья. Хотя запашок здесь возле этого канала так себе. Ну и современная архитектура с оттенком старого стиля. Колесо обозрения работает. Но мы туда не пойдем, 100%. Алена уже спрашивает, созрел ли я для переезда в Гданьск. Но мне кажется, здесь хорошо прогуляться, но пока я не созрел. С тем, чтобы ритм города, мне нужен все-таки шум. Поэтому, если бы я здесь побыл подольше, может быть, я бы что-нибудь сказал. А пока, ну, гуляю, достопримечательности, красивые дома. Вот. В Праге тоже было весело, красиво. Ну и что? Я для Праги тоже не созрел. А ты? Да. Что, жила бы здесь? Я бы здесь и вымерла. В Сопоте жила бы, сюда на работу ездила. Нет. А здесь жила бы? Если бы здесь было тепло, да. Я бы уже сказала, все, завтра переезжаю. Вот известный кран, и как его там называют, которым поднимали в старину грузы. Получается, вот мы обошли по другую сторону. Интересно, вот выложено все здесь доской такой вот вдоль этого канала. Решили войти здесь во дворик такой. Интересные ступеньки и подъезды. Наверное, что-то старинное, интересное. Акробатика. Смотрите, какие. Да, интересно так. Янтарь продают. Я уже бабушке готова была купить.
не уточнила, какой. Сначала одну назвала, потом вторую. Так что бабушек помнит. Здесь больше такие торговые точки по продаже украшений. Но так вот интересно. Даже для чего такие вот ступеньки строили, видимо, от затопления, потому что под низом идут вот такие вот для отвода воды. Аж без рынка, мы в Гданьске нашли рыночек какой-то, там продают фрукты, во всяком случае. В общем, такая небольшая прогулка у нас вышла по Гданьску. Возвращаемся на вокзал, чуть больше часа у нас до поезда. Сейчас что-нибудь купим с собой покушать и уже отъедем в Варшаву. В Гданьск, конечно, мы же обязательно еще вернемся, потому что город, просто прогуляться этого мало. Он достоин большего внимания. Вот Алена вам расскажет, что она думает про Гданьск. И хочет ли она туда вернуться. Ну да, эти впечатления будут как бы более такие. Я потом скажу. Вот наш вагончик. Вот так вот ехали назад. Szanowni Państwo, zbliżamy się do stacji Warszawa Centralna. Przepraszamy za opóźnienie pociągu.